Привет, ребята, с вами Антон, и мы продолжаем проходить Call of Duty, да, Cornerstone of the Earth. У нас тут зима вовсю, холодно, блин. Одежда легкая очень. Нифига не греет. Реку мы успешно миновали, и при этом умудрились не упасть под воду. Точнее, под лед, заговаривать, пардон. Так, мужик, мы к тебе успеем еще подойти. Погоди немножко. Они все мертвы, так? Они попали в ловушку. Они ничего не могли сделать. Черт! Я пытался им сказать, но Капрал меня не слушал. Они просто хотели перебить этих тварей. Как тебя зовут, солдат? Рядовой Паркер. Рядовой Джо Паркер. Ну что ж, Паркер, выходит, ты нашел вход в старый туннель контрабандистов. Дверь примерзла. Я пытался ее открыть, но она быстро примерзает. Нужно растопить лед. Вы возьмите огнемет, а я займусь дверью. Паркер, стоять! Мужик, не надо! Но зашипись. Что это за нечто? О. Сколько же патронов-то на тебе надо? Да что ж ты будешь делать-то? Ой, ребята, 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 уходить надо. Иди сюда, упырь. Иди сюда. На что, спрашивается, все патроны потратил. Непонятно. Как же такое чудище на свет могло появиться? Это маленький ктульхёнок, да, у нас? Блин, мужик, прости. Похоже, я опять один. Увесистая динамитная шашка. Лучше патронов дал. Кстати, у нас там здоровье плохое, да? Срочно, срочно нужно что-то предпринять, потому как без патрона далеко мы, конечно же, не уйдем с вами. Это ижу, понятно. Этот туннель куда ведет, интересно. Так. Здесь явно можно будет спрятаться, да? В этих бочках подпольный ром. Очень огнеопасно. Ой, ой, кыш, кыш. Офигеть. Фингал на ровном месте. Ой. Кошмар. Не сработает. Замок сильно заржавел. Не сработает. Замок сильно заржавел. Патроны? Но не для нашего оружия, да? Печально. Не сработает. Замок сильно заржавел. Что-то мне это место совсем не нравится. Это вы?
Мэки. Где хранятся ключи от камер? Я точно не знаю. Наверное, где-то наверху, в главной зале. Что тут вообще происходит? Несколько часов назад правительство выдало санкцию на проведение в Инсмауте полномасштабной операции. Похоже, насчет болезни вы были правы. Я так и знал. Зачем откладывали штурм Ордена? Нам нужно немедленно арестовать Роберта Марша. Они не могут взломать главные двери. Все, кто к ним подходит слишком близко, сходят с ума. Я подслушал разговор охранников о мощном заклятии, которое Роберт Марш наложил на главные ворота. Они сказали, что его поддерживает тайная церемония в честь древних. Что бы это ни значило. Нужно остановить этот обряд. Не волнуйтесь, Мэки, я вернусь. Вон, братюнь, жди. Мы еще придем к тебе. Опа, ружье и не свисток. Сработает. Замок сильно заржавел. Не сработает. Замок сильно... Это большой бронзовый ключ. Вот теперь мы поиграем. Сколько патрон? 30. Отлично. Отлично. Нам на счастье хватит, так сказать. Отлично. Прогресс удачно закрепили. С патронами тоже более-менее все в порядке. Теперь нужно заложить динамит, предположительно. Выпивка в этих бочках загорится моментально. Шнура хватит всего на пару секунд. Нужно найти укрытие, да побыстрее. Так вот, нормально. Все правильно сделали, отлично. Неожиданно так загрузка прошла. Очень быстро, на самом деле. Открыто. Что-то мы куда-то попали в нехорошее место. Офигеть. Нужно быть поосторожнее, закрыто. Тут как минимум четверо людей. Ключ от... А, ключ не отсюда. Закрыто. Прекрасно. Я чувствую из-за этого книжного шкафа ток воздуха. Угу. Значит, где-то должен быть, по идее, переключатель. Наверное, за этим большим столом собирается весь эзотерический орден. В картине нет ничего интересного. Книги и древние манускрипты. Почти все они написаны на иностранных или непонятных языках. А, во как, понятно. Это тайный проход. Не нравится мне это. Так, обратно-то мы вернуться и не можем. Ладно, будем действовать аккуратнее. Отлично. Ой-ой-ой. Валим. Сейчас он подойдет, и мы его жахнем. Кто здесь? Вот так вот. Ой, все, пропалили. Пропалили. Теперь надо отстрелять тех, кто сверху. Если подойти к двери близко, то начинает раскалываться голова.
Так, сейчас это падло спустится. Стоять! Убейте его! Попробуем сюда пойти тогда. Судя по всему, это действенное решение. Так, кода мы не знаем, да? Бесполезно, я не знаю. На столе лежат разные документы и несколько писем. Но ничего важного среди них нет. Здесь никакого секретного прохода нету, да? Похоже. Огонь едва справляется с ужасным холодом. Дверь заперта. Закрыта. Понятно, оттуда мы пришли. Значит, такое предположение, что, скорее всего, нужно идти наверх. Не открывается. Так, ладно, тогда пойдем наверх. Конечно, это не очень приятно. Ну да, вон там. Отлично. Лестницу забаррикадировали мебели. Понятно, значит, тут мы ничего не сделаем, да? О! Это старый ржавый ключ. Патрон для пистолета, это просто шикарно. Ага, понятно. Понятно, что куда ведет. Скорее всего, ключ от этой двери, да? Точно. Вот супер. Так, ну, интересно, что у нас сверху будет, да? Так, понятно. Здесь нам проход закрыт полностью. Тут. О, дробовик. Супер. Стой, где стоишь, чужак? Мы должны его поймать. Он даст, убейте его. Стой! Убейте его! Остановите его! Еще будет? Доктор, перезаряжай, чувак. Взять его! Хорош. Взгрели. Ублюдков. Отлично. О, пистолетные патроны, это всегда круто. Место нехорошее, не нравится оно мне. Окей. Дверь заперта. Перевод табличек продвигается хорошо. Скоро слово отца Дагона будет известно нам во всей своей полноте, как и живущим внизу в Ихантле. Мы будем вооружены знанием божественного промысла и сможем занять свое место в волнах на правых равных. И великий замысел, запущенный больше 8 лет назад, наконец-то воплотится в жизнь. Айя Дагон, Айя Гидра, Айя Айя. Бедный Дарвин, он так жестоко ошибался наивысшей формой жизни тех, кто возвращается в океан, а не выходит из него на берег. И в будущих поколениях, когда наша жива покинет последняя капля человеческой крови, мы постигнем истинные знания. Истинное могущество в любви и служении отцу Дагону и матери Гидре. Но предстоит еще многое сделать, прежде чем нам будет обеспечено это славное будущее. Чужаки могут все разрушить. Первого принесут жертву, а со вторым, который пришел его искать, нужно разобраться.
Инсмаут никто не должен беспокоить, пока все не завершится. То, что ускользнуло от моего предка Обеда ввиду его смерти в 1878 году, не ускользнет от меня. Ах, если бы и Себастьян понимал все так же, как я. Это его наука, это барахтанье на поверхности. Как же все это бессмысленно, когда мы займем свое место среди древних, какими же мелкими покажутся нам его теперешние занятия? Но он был глух к слову Дагона, как я не пытался ему все объяснить. Возможно, когда он вернется, перевод продвинется еще дальше. Я смогу заставить его посмотреть правде в лицо. Итак, обратим внимание на цифру 1878, это ключ к сейфу на первом этаже. Похоже, это дневник Роберта Марша. Опа. Рамона? Папа? Офигеть, вот это глюк. Пипец. Еще патроны нам не помешают. Так, понятно. Ничего интересного. А тут вообще картина натурально, не бутафорская. Ну-ка. Опа. Смогли. Смогли мы с вами проскользнуть здесь. Это радует. Очень радует. Фух. В картине нет ничего интересного. Ну-ка. 1878. Все? Нет, неправильно? Ну, давайте сделаем, чтобы будет правильно. Переведем в изначальное положение. Тысяча 878. Окей. Да, вот так. В сейфе лежит пистолет, скомканный листок бумаги и запечатанный манускрипт, на котором вытеснено слово «Панапе». Так. На стволе выбиты буквы «Мэйки». А, это пистолет нашего агента ФБР, который заточен сейчас в темнице. Чуть не понравилась мне эта сценка. Молитва Дагону звучит так. В Уэн Кгнатвха Гнун Аэмна Внаглизай Внаглизн Акилт Ай Ари Гзенгро Ая Дагон. Так, ну интересно, мы все расшифровали, в принципе. Теперь, скорее всего, нам нужно будет открыть дверь, которая здесь на втором этаже запечатана. Надеюсь, что в этом я прав буду. Вуэн Кгнатвха Гнун Аэмна Внаглизай Внаглизн Акил Ай Ай. Во, отлично. Ну-ка. Супер, всех ликвидировали. Вроде бы. Похоже, это ключи от камер. Теперь я смогу освободить. В книге подробно описывается о святотатстве. Понятно. Теперь, скорее всего, нам нужно возвращаться к Мэки, да? Да, в принципе, больше некуда. Только к нему везти. Только на всякий случай, конечно же, лучше сохраниться. Потому что мало ли, что будет. Нужно быть всегда наготове.
Скорее, Джак. Вытащи меня отсюда. Сейчас мы тебя вытащим, только сначала. Не сработает. Замок сильно... Не сработает. Замок сильно за... Не сработает. Замок сильно за... Молодчина, Джак. Вы узнали, где проводят? Не совсем. Я думаю, его проводят в каком-то подземном святилище. Проход закрывает огонь. Помогите мне попасть внутрь. Мне нужна пушка. Нет проблем. Мне не потребовалось проводить расследование, чтобы определить... Первоклассная работа, Джек. Пойдем. А другие камеры-то открыть мы сможем, не? Получается, что не сможем. Ну ладно. Тогда, получается, нам сейчас нужно будет крутить лебедку, да? Чтобы диск поднять. Делать это нужно будет Мэкки. Давай, иди сюда. По-моему, я что-то слышу. Да. Слышал, больше не слышишь. Наверх. Наверх нам сюда. Сейчас, скорее всего, опять враги будут, да? Черт, я потерял Мэкки. У Люка нет ручки с этой... Опять тут враги респаунились. Безобразие. Сейчас мы вернем Мэкки. А, вот не люблю вот это... А, вот он. Ага, братюнька. Отлично, отлично. Пошли, я тебя отведу к ручке. Будешь ее крутить. Старательно. Это какой-то подъемный механизм. Наверное, он под ним. Ну ты где там? Давай, 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 иди сюда. Так, Мэкки, пришли. Вы поднимите крышку, а я пойду из... Удачи, Джек. Ага, все. Бай. Вот сейчас чувствую, будет весело. Даже очень. Стоп, зачем я пошел в обход, если у нас тут дверь есть? Что-то я совсем уже заговорился. Стой! Кто там? Опа! Во! Что ж, давайте, друзья, тогда на этом серию завершим. Надеюсь, оно понравилось так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйтесь подписчики. Всем спасибо за внимание. Пока.